На территории Ангарского городского округа начал действовать второй мультиплекс. Пакет из 10 бесплатных цифровых каналов накануне презентовали в ангарском цехе радиовещания и радиосвязи, что в 84-м квартале. Введение второго мультиплекса – это очередной этап федеральной программы по развитию телерадиовещания в России. По вопросам настройки телевизора можно обращаться по телефону в Иркутске 39 52 34 40 58. Теперь ангарчане и жители района могут смотреть 20 каналов в цифровом качестве и плюс 3 канала радиовещания. Телевизор должен иметь тюнер стандарта DVB-T2, либо использовать для старых телевизоров приставку специальную. Хочется пожелать руководству РТРС, так скажем, устойчивого приема и в дождь, и в грозу, что у нас бывает, к сожалению, перебои такие. Изменения коснутся тех, кто смотрит эфирное телевидение. Для абонентов телесистемы «Астра», входящей в группу «Стрела Телеком», порядок расположения каналов останется прежним. Телеканал «Актис» также находится на привычной зрителям 11-й позиции.